констатации этих фактов. Вот как мы можем посмотреть здесь вот на плакатах. Пенсионная реформа, повышение цен на бензин, повышение цен на товары, на продукты, на коммунальные услуги. И все это против нас, против всего населения страны. Своей политикой власть сама провоцирует в обществе социальный взрыв и демонстрирует, что ее социально-экономический курс, на смене которого настраивает КПРФ, зашел в тупик. Она не находит иных средств для восполнения финансовых потерь государства, кроме дальнейшего ограбления народа и планомерного урезания его социальных прав. И при этом полностью игнорирует общественное мнение. Социологические опросы показывают, что против повышения пенсионного возраста выступают около 90% граждан. Но даже это не останавливает инициаторов реформы и представителей партии власти, поддерживающих антисоциальные инициативы правительства. Пенсионная реформа – это как вот чтобы отмыть за чемпионат мира за футбол. Просто, которые потрачены деньги были туда, просто сейчас их воплотить, их сделать. Надо смотреть, как будет голосовать Резник, если он от Адыгеи. Если он проголосует за то, что мы здесь вот на плакатах видим, значит, надо собирать подписи об его отзыве. Он пришлый человек.